Приветствую всех на своем канале. Сегодня очередная поделка из теста. Это была вазочка в виде яблочка. Мы ее облепили. У меня тут браслеты попадали. Просто облеплена, запеченная и покрытая белым акрилом. Вот таким еще рисунком, лепесточком. У меня под другую вазу, где, помните, я показывала, ремонтировала лепесточки, я наклеивала. Здесь у меня мои браслетики. Сейчас, секунду. Итак, здесь я буду хранить свои браслетики. Вот тут видно уже прямо листочки от яблочка, как будто бы. Что еще, что еще? Тесто, рецепт очень простой. Соль, мука, водичка, можно масло. Еще иногда для большей крепости. Вот эта форма немножко треснула, я ее вот тут вот уже подлепляла. Можно добавлять клей ПВА. Что непонятно, запись идет или нет. Все использовать вот можно так под браслетики. Единственное, что бы я советовала вам, когда вы что-то облепляете, такое уже чуть более похоже на пиалку, то есть загиб идет уже больше, лучше делать стеночки потолще, потому что может треснуть. Или, допустим, вазочка какая-то. Нужно очень-очень толстые стеночки. Естественно, эти работы всегда смотрятся не настолько изящно, как что-то там из фарфора. Ну, я и не претендую. Это всего лишь тесто.